Кто это такой? Он играет забавно. Ну, он играет. Это мышка, что ли? Да, это мышь. Куда твоя мышь? Так забавно тянется за ней всегда. Жива. Я нашел новый алгоритм поиска. То из-за чего ты рвал волосы на голове? Что там? Ядром общения между человеком и роботом является распознавание образа. Я придумал, как робот определять человеческие эмоции. Ну нет. Трехмерные данные выстроятся в горизонтальную линию и образуют узор. Точность определения велика, а главное все быстро. Ты все поняла? Это же так просто. Что это такое за коты? Не поняла? Нет, но понимаю, что это потрясающе. Мишочек. Робот может распознавать эмоции. Мишочек. Я сделаю это. Опять немножко рекламы. Нюхает. Университет приглашает меня. Значит, едешь в Америку?